Всем привет! В этом видео я хочу вам показать, как из обычной текстуры быстро сделать Normal Map. Поехали! Вот у меня есть такая текстура. Значит, кора здесь и изображение для YouTube. Сначала мы с вами подготовим нашу картинку, а уже потом применим фильтр. Нажимаем изображение, жмем коррекции и делаем наше изображение черно-белым. Здесь есть ряд настроек цвета. Которые влияют на разные участки нашего изображения. Допустим, меня такой вариант устроил. Затем мы снова жмем на изображение, коррекция и уровни. И здесь стараемся выставить максимально контрастную картиночку. То есть, чем она будет контрастнее, тем будет четче видно наша Normal Map. Вот, допустим, такой вариант. То есть более четкое изображение должно быть. Жмем ОК. Затем переходим во вкладку фильтры и выбираем X-Normal. Где я взял фильтр X-Normal? Это бесплатная программа, которую можно скачать в интернете, и она предоставляет бесплатно эти фильтры. Также их можно бесплатно скачать в интернете отдельно и установить в Photoshop. А здесь выбираем Hatch to Normal, нажимаем, и появляется у нас такое окно, в котором есть настройки по отфильтровыванию цветов, подсветности, RGB, альфа. И нажимая на Update, мы видим, как изменяется наша картинка. У меня по умолчанию стоит Max RGB. Update жмем и видим. Дальше у нас есть фильтр сглаживания. Чем выше здесь цифра, тем сильнее сглаживание будет. Я поставлю 0,1, 1/10. И здесь различные методы сглаживания. Выбираем тот, который более нам понравился. Также здесь есть вот это X, Y, Z, которые меняют направление освещения и перерассчитывают, в общем, как будет отображаться в нашем Normal Map. Допустим, у меня такой вариант устроил. Жмем Continue. И у нас получилась такая Normal Map. В центре, как видите, здесь сплошной цвет был, но внутри у меня было, применял я градиент. Вот этот градиент я применил, и он как бы размазал цвет по всему, и здесь получилась у нас нормалка с этой стороны выше, а с этой стороны как урезанная. Поэтому следите за этим. Вернемся назад и посмотрим, почему так получилось. Здесь видите, градиент размылся внутри, и высота сравнялась примерно с высотой подложки. Применим снова фильтр. Ну что же, мы быстро сделали из обычной текстуры
карту нормалей. Это очень пригодится, допустим, если у вас есть готовая развертка, но там не запечена карта нормалей. И просто поместив ее в Photoshop и применив этот фильтр, вы очень быстро получаете карту нормалей, которую можно использовать для рендеринга или для помещения этой карты в игру. Но я на этом видео заканчиваю. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!